Здравствуйте, коллеги. Очень рад вас всех видеть. Мы продолжаем с вами серию наших онлайн-консилиумов. Вот так в маленьком кабинете стартует масштабное обсуждение борьбы с коронавирусной инфекцией. Во главе виртуального консилиума – символ борьбы с эпидемией в стране, врач больницы 40-й в коммунарке Денис Проценко. На связи с ним медики из разных регионов. Они сегодня обсуждают предложения экспертов по борьбе с пандемией, которые хотят внести в народную программу партии. Напомню, что основная задача данных обсуждений – это собрать все проблемные точки нашей системы здравоохранения, предложить пути решения. Один из пунктов обсуждения – вакцинация. В некоторых регионах она обязательная, как у нас. Однако не все торопятся ставить прививку. Поэтому Денис Проценко предложил медикам рассказывать людям, почему важно прививаться и создавать специальные колл-центры. К слову, в нашем регионе такая работа уже идет. Сняты видеоролики и о мифах о вакцинации. А еще специалисты приготовили курс по вирусологии для всех желающих, говорит координатор волонтеров-медиков в регионе Алена Миронова. Мы сделали два образовательных курса. Этот курс на 16 часов, так как он гособразца, он подразумевает собой в целом эпидемиологию, вирусы и не только про ковид. 1 сентября мы выходим на крупные образовательные наши учреждения, не медицинские. Кроме того, специалисты планируют пошагово отслеживать и постковидную реабилитацию в регионах, чтобы врачам и соцработникам было проще взаимодействовать с пациентами. Все предложения, которые прозвучали в ходе консилиума, лягут и в основу народной программы фракции партии «Единая Россия». Внести туда предложение может любой желающий на сайте np.er.ru.